Нет возможности оплатить подписку? Не беда, ведь существует проект WoWsiru специально для тех, кто хочет играть в World of Warcraft бесплатно. Если вы давно мечтали сразиться с Иллиданом или Королем Личом, то можете сделать и то, и то. Ведь на сервере объединены два легендарных дополнения. Множество новых рас, новые квесты и локации, новая третья фракция, стабильный высокий онлайн и многое другое. Переходите по ссылке в описании и начинайте свой путь на Азероте. На Сирусе рады всем. Используй маскировку, чтобы проникнуть вглубь вражеской территории. Не расслабляйся ни на секунду. При жизни Калия Менитил испытала немало горестей. Она не такая, как прочая нежить. Но большинству отрекшихся верить нельзя. Извини, я тебя не узнала. Надеюсь, старый волк прислал тебя помочь нам. Уверена, это пойдет Альянсу на пользу не меньше, чем Орде. Да, да, я приду. Но сперва полюбуйся, как мое творение справляется с чумой. Не стесняйся аплодировать. Нет, мой чудесный кадавр... Пропади все пропадем. И что нам теперь делать? Итак, как мы разберемся с чумой в Подгороде? А с ней вы не хотите разобраться? Пока сосредоточимся на чуме. Фаранел, у тебя еще остались пожиратели чумы? Это последний, и он совсем крохот. Я могу создать новых, но все будет тщетно, если не сделать их невосприимчивыми к чуме. Мне кажется, наши союзники в темных землях смогут с этим помочь. Я говорю о повелителях чумы из Малдраксуса. Мастер-аптекарь, что нужно, чтобы усилить твое творение? Потребуется чистейший образец чумы из места, где она особенно сильна. Хорошо. Я помогу добыть образец. Это решит одну нашу проблему. Ничего у нее не выйдет. Не отходи далеко и будь начеку. Я могу сдерживать чуму лишь недолго, и мы не знаем, что в ней притаилось. Яд очень сильный. Думаю, мы зашли достаточно далеко. Ну же, возьми образец. Отлично! Теперь возвращаемся. Барьер вот-вот исчезнет. Продолжай бороться, мы почти у цели! Ну и ну. Она... Все сделала и не сгинула. Я отправлюсь вместе с Калией и нашим другом. Нам придется взять с собой твоего пожирателя, Фаранел. Только берегите его! Если повелителям чумы удастся его усилить, наши аптекари сделают множество копий. Могу ли я спросить о жизни после смерти? Никто не разбирается в этом лучше меня, смертная душа. Продолжим. Отрекшиеся вернулись к жизни благодаря некромантии, и общее начало пути их сплотило.
Но меня оживил свет. Оттого я не уверена, что смогу найти среди них место. Не слишком ли мы разные? Некромантия — это искусство оживления мертвой плоти. Здесь, в Малдраксусе, мы используем в нашем ремесле магию смерти. Но некромантия есть некромантия. И неважно, черпаем мы силу в магии смерти, света или какой-то другой. Ты находишь различия там, где их нет, дитя. Значит, я все же нашла свое призвание. Спасибо, Марк-графиня. Ты помогла мне взглянуть на вещи иначе. У нас тут мелкий пожиратель чумы. Ты сможешь его усилить? Все необходимое ты найдешь в доме чумы. Давай-ка подготовим твой образец к тестам. Он что, взял и пошел туда? Неважно. Я его прикрою. Встретимся впереди. Я призову свет, и он защитит тебя от миазмов. Действуй осторожно. Что? Ай-яй-яй! Изобретатель чумы! Проклятие! Образец на него напал! Скорее сюда! Твой образец чумы оказался на редкость агрессивным. Боюсь, тебе придется с ним разобраться. Возьми с собой пожирателя. Если он справится с этим чудищем, то формула точно работает. Мы с Калией доставим пожирателя чумы аптекарям. Примени мой камень возвращения и найди нас в Терисфале. Был рад тебя снова увидеть, подмастерье. Не забывай меня навещать. Улучшенные пожиратели чумы размножены и погружены. Можно вылетать. Мастер-аптекарь. Образец чумы, который мы доставили в Малдраксус, обрел форму и напал на нас. Правда? Что ж, так ее будет проще уничтожить. Гениально! Жаль, я об этом не подумал. Настал момент истины. Надеюсь, наши усилия были не тщетны. Мы тоже поднимемся в небо и поможем, если возникнут побочные эффекты. Работает! Пожиратели поглощают чуму! Кажется, они наелись и теперь собираются в центре руин. Продолжаем! Действуем, что бы ни случилось! Пожиратели чумы объединились в огромное чудище! Убьем его! В атаку! Все кончено. Славный бой. Руины уже очищаются. Встретимся во внутреннем дворе. Никаких оправданий и никакой королевы Банши. Среди отрекшихся есть разные мнения и идеалы. И возглавит нас не правитель, а совет. Темные следопыты поддерживают тебя. Неужели мы возьмем в наш совет Минитил? Мне не уйти от призраков прошлого. Но абсолютной власти я не желаю. Мое место среди вас... И я обещаю служить моему народу верой и правдой. Я верю тебе, леди Минитил. А мы, аптекари, поможем привести наш народ к светлому будущему. Тогда решено. Отныне мы — мрачный совет. Мы — отрекшиеся. Когда мы стали нежитью, лунасвет от нас отвернулся. Мы потеряли все, что знали и любили. Однажды мы нашли приют здесь, на руинах Лордерона. Но в ходе войны их поразила чума. И мы боялись, что потеряли и этот дом.
Сегодня мы не только спасли наше наследие, но и прорубили новый путь. Благодарю тебя за помощь. Отныне мы перед тобой в долгу. Многие колдарай, оживленные при битве за темные берега, пожелали остаться здесь, с темными следопытами. Но мы не станем препятствовать тем, кто захочет вернуться в Альянс. Альдиэль Шала, до свидания. Союзник, которого ты прислал, очень нам помог. Ты проявил великодушие, и я спешу ответить добром на добро. Первой же темой, которую я вынесу на рассмотрение недавно созданного Мрачного Совета, будет вывод войск отрекшихся из Гелнеаса. Путь к миру не близок, но я верю, что однажды наши позиции сблизятся, и мы поведем наше королевство к более светлому будущему. Добрые вести. Это приятный сюрприз. Первый за долгое время. Надеюсь, нас всех и правда ждет светлое будущее.